Представляете, какую даль? Вот мы пришли вон оттуда. И вот это вот так вот шли. И теперь поднимаемся в гору. И особенно сейчас, вот когда я иду, гора получается очень-очень крутая. Идти тяжело, и поэтому я уже поднимаюсь на нее спиной. Ну вот, Миша вперед меня, как обычно. А я ползу. Но мы уже почти забрались на гору и пришли вот к такому экспонату. Здесь вдоль дорожек везде всякие экспонаты стоят. И вот мы сюда дошли. Сейчас я вам покажу, что это такое. Тут возле этого экспоната лавочку вот такую поставили. Может пешеход посидеть, отдохнуть. И вот здесь висит такое сообщение, или как его назвать, в общем. Это капелла, про которую я вот вам сейчас рассказывала, что она вот здесь вот стоит у нас. Это капелла для того, чтобы здесь побыть. Возможно, побыть наедине с Богом, с небом, помечтать или помедитировать. Ну, в общем, вот такая капелла здесь у нас. Вот такое здесь объявление. Прочитать, что это такое вообще. А то издалека смотришь, думаешь, что это такое там непонятное. Здесь вот вход в эту капеллу. Сейчас зайдем с вами и посмотрим, что здесь внутри. Вот можно здесь посидеть, помечтать или помолиться. Кому как. Вот такая она высокая. Такая капелла у нас тут стоит. Я сегодня забежала в магазинчик. Купила себе кое-что нужное, необходимое. Вот для холодильника салфеточки. Холодильник мыть. Это хорошо, очень удобно. Они мне так нравятся. Закончились. Вот я зашла, купила себе. Да, закончились у меня вот такие салфеточки. Я вам их уже показывала как-то. Это против открашивания белья при стирке. Ну, помните, да? Ну, вот они у меня тоже закончились. Я вот зашла, купила. Потом я купила вот такие, вот знаете, иногда там что-нибудь на кухне шарохаешься, уронишь или разольешь. И чтобы не мыть полы, а вот, вот такие вот влажные салфеточки. Раз, быстренько сразу протер, и все удобно. Тоже купила себе, закончились. И попробовала сегодня купить линорчик. В общем, всяких разных порошочков набрала. Какой больше понравится, таким и буду пользоваться. Вообще, каждый раз новыми еще и интересней. Забежала, шампунчик себе купила с аргоновым маслом, аргановым. Вот тоже вроде как хорошо для волос. Хочу попробовать, не знаю. И купила вот такие грильные шальки. А то мы уже грильницу-то купили, а все никак не погрилим. Вот я купила шальки, думаю, может быть, что-нибудь овощи какие-нибудь или колбаски, что-нибудь там. Посмотрим там. Ну, вот такие у меня маленькие-маленькие закупочки сегодня были. Вот и здесь уже начали украшать. Смотрите, какая красота. Прелесть, правда? Ой, как мне нравится, когда все яйцами украшено. Настолько прям красиво все. Ой, супер, я тоже себе уже прикупила немножко. Что-то с переездом взяла их, повыкидывала все. Смотрите, как здорово. Облака такие красивые. А это наш с вами дружочек. Помните его? Привет, красавчик. О, какой ты хорошенький. Какой ты лапа. Супер. Пока-пока. Крокусики всякие разные. Смотрите, красота какая. Ой. Каких только расцветок нет. Господи, ты, боже мой. Правда, прелесть? Смотрите. Вот как люди делают для своих животных. Лесенку сделали для своего котика. Видите, он сидит там. Маленький красавчик.
Мы что-то здесь еще ни разу не были. Первый раз вот пошли, идем гуляем, и я снимаю для вас. Кажется, прям все так красиво. И хочется все вам снять. Вон там. Другая сторона нашей деревни. Ухожено, аккуратно все. Такие прям виды красивые здесь. Ой, а небо, смотрите. Облака, как большой-большой ком наверх поднимается. Правда, интересно. Вон какое дерево. Ну, в общем, ну, куда ни взгляну, все везде мне нравится, все красиво. О, какая огромная полянка, сад такой у людей. Здорово. И вот как у них тут интересно. Здесь дорога наверх идет. Дерево какое красивое. Классно все. Взгляните. Какая у нас все-таки красивая деревня. Такая огромная. Идем, 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 идем. Все какие-то новые места. Красиво все. А кафешка у нас закрыта. Сейчас шли мимо парикмахерской. Там открыта очередь. А кафе закрыто. Не работает. А вот такие у нас цены на бензин. В евро. Такие украшения еще есть. Ну и, конечно, деревце украшено яйцами. Вот. Тоже как красиво все украсили. Аккуратненько так. А вон Мишка-медведь. Такой дом красивый. Ухожено так все. А здесь фигурок, камешков наставили. И уже как-то смотрится красиво. А мне вот этот домик нравится. Какой-то он такой прям красивый, не знаю. Вообще прелесть. Матушка у них здесь стоит. Посмотрите-ка. А здесь, видимо, какие-то гоночные машины стоят у них красивые. В общем, куда ни взгляни, все везде красиво. О, какая красота на окнах. Наверное, детей много здесь. А по вечерам мы балуем себя иногда вот такими жареными подсолнечными зернышками. Вот сюда насыпаем их немножечко, включаем, и их вот здесь вот не сравнить ни с какой сковородой. Никак, вот на сковороде вообще другой вкус. Вот в этой намного вкуснее. А сегодня я хочу посеять немножечко базилика. Я вот уже приготовила для него, что я посадила его 2-го, 3-го. Воткну это все потом, чтобы не забыть, когда и как он будет прорастать. И вот такую вот баночку посажу. Надеюсь, она вырастет, и мы ее будем кушать. Поставлю на подоконнике и вот попробую вот так вот посадить. Ну, я так специально его сделала. Сейчас я еще его засыплю сверху земелькой. Думаю, вдруг придется подсыпать. Вдруг он вытянется там или что-то. Вот смотрю, у некоторых рассада вытягивается. Если что, тогда оставлю место для подсыпки. Вот, польем его как следует и пусть растет на подоконнике на нашем.